Российские спортсмены готовятся к участию в Олимпийских играх в Токио. Событие мирового масштаба пройдет уже летом. Напомню, что Олимпийские игры должны были состояться еще в 2020-м, но в планы вмешалась пандемия. Наши атлеты, среди которых и наш земляк Илья Кондратьев, будут биться за медали под аббревиатурой Олимпийского комитета России. Наша съемочная группа побывала на тренировке калужанина и узнала настрой спортсмена. Любой профессиональный спортсмен надеется, что рано или поздно он выступит на турнире такого масштаба. И наш герой не исключение. Долгие годы Илья Кондратьев шел к своей мечте – Олимпийским играм. Академической греблей начал заниматься еще в 2004-м. Тогда юношу на лодочную станцию впервые привел отец. Поначалу, признается, считал, что такой вид спорта не самый подходящий для него вариант. Привел папа. Я не хотел, но... Все сложилось хорошо, как бы я рад, благодарен ему за это. Теперь же Илья и не представляет жизни без академической гребли. На первый взгляд кажется, что все просто. Сел в лодку и греби. Но на деле все гораздо сложнее, говорит тренер Валерий Захаров. Не каждому под силу изнуряющие тренировки, которые требуют полной сосредоточенности. Это такой вид спорта, где высокая возбудимость, допустим, мешает. Можно сделать взрыв, можно 15-секундную работу какую-то сделать. А это монотонное. Длительная работа, которая закладывает уровень общей выносливости. У Ильи есть зубастый характер, который просто не остановится. Даже будет умирать, он будет работать так, как надо работать. Тоже не всем дано. Ежедневные занятия по 6-8 часов на воде и тренажерах. Времени на отдых нет. Ведь на Олимпийских играх спортсмены предстоит пройти дистанцию в 2000 метров. Преодолеть ее гребцы должны за 6-7 минут. Это примерно 260 грибков, каждый из которых требует усилия в 60 килограммов. Илюх, на самом деле, сейчас в темпе 40 примерно шли, ты сейчас шел. Видно, динамика здесь в переводе совсем другая. Современные лодки и хорошие условия для тренировок лишь способствуют достижению результатов, но отнюдь не приводят к победам, уверен наш герой. Следует всегда помнить правила. Единственное, что могу сказать, никогда не отпускать рукоятку, чтобы не вывернуться. И левое весло всегда должно быть над правым. Когда начинал, я вывернулся один раз, но уже когда просто выходил на плот. И бывало, немного, конечно, раз. Поначалу очень тяжело держать баланс, потому что лодка узкая, длинная и непривычно. Спустя время уже адаптируешься и все нормально. Уже в первых числах июня Илья вместе с коллегами отправится в Афины для дальнейшей подготовки к масштабному соревнованию. А уже в июле болельщики будут наблюдать за достижениями наших спортсменов в Токио. И пусть про Олимпийские игры часто говорят, главное не победа, а участие, российские спортсмены предпочитают другой девиз – быстрее, выше, сильнее. Дарья Ерошина, Сергей Фондиков, «Вести», Калуга.